Нарушения в контрактах администрации Челябинска и дорожников обнаружила антимонопольная служба. Речь идет о двух аукционах на содержание дорог. На 2015 год ее выиграла компания «Южуралавтобан», а на 2016 – «Южуралмост». Обе входят в один холдинг. Однако претензии УФАС касаются других обстоятельств. В данном случае имели место нарушения, которые выражаются в том, что если вы посмотрите контракт, который размещен на сайте, вы увидите, что заказчик определяет перечень улиц, по которым надо осуществлять содержание. То есть уборку снега, подметание, там, парковок, трамвайных путей. То есть можно понять, где надо чистить. А вот где надо ремонтировать, в документации такой информации мы не найдем. То есть там присутствует только приблизительный объем выполняемых ремонтных работ. Это лишь одно из нарушений, которые нашли в контрактах между Управлением дорожного хозяйства Челябинска и подрядной организацией. Когда антимонопольная служба запросила заявки на ремонт дорог, выяснилось, что управление не направляло. Из актов выполненных работ также непонятно, где именно дороги в Челябинске были отремонтированы. Кроме того, в УФАС утверждают, что в 2015 году с компанией «Южуралавтобан» был заключен контракт на сумму 876 миллионов рублей. Однако позже было подписано дополнительное соглашение еще почти на 100 миллионов. При этом не был указан объем дополнительных работ, который подрядчик должен выполнить на эту сумму. Подобные нарушения антимонопольщики нашли в контрактах администрации Челябинска с «Южуралавтобаном» в 2015 году и с компанией «Южуралмост» в 2016 году. По факту этих нарушений УФАС возбудила дело. Должностные лица, заключившие договор, будут оштрафованы на 50 тысяч рублей.